что говорить. Стоит только назвать эти имена. Ирина Абушаева, Марина Томилова и Лариса Витина, она же Бауфл. Девицы, дружба с которыми я гордилась, горжусь и буду гордиться. А песня, которую мы споем, написал Григорий Дикштейн к спектаклю по пьесе Исаака Бабеля. Она называется «Плач невесты» или «Песня Двойры». Маша услышит. Ну, давай. Вот это вот сидим мы сейчас здесь, и ведь ничего не видно. И ведь солнце слепит. Смотрю я кругом себя, и ничего не видно. Что курение топчет, хочет, а меня другое точит, жизни не дает. Мой лопух меня не хочет, говорит, что нет ночи. Я живая, между прочим, глупый идиот. Ты знаешь, мама, есть таких вещей, которых не заставишь через силу. Но ведь желания сведут меня в могилу. Или по телу высыпет прыщей, а? Или по телу высыпет прыщей. Ой, мама, ой, мама, твой сечет бледнее тени, ест в чулане, спит на сене. Ой, болят мои колени, мама, ты права. Если выкипит терпение, пару слов добавит Беня. У меня есть подозрение, стану я вдова. Ты знаешь, мама, розы отцветут. На жизнь прекрасна, пишется в газетах. Мужчина, если шарит за корсетом, он сволочь ищет жирные рубли. А? Он просто ищет жирные рубли. Ой, мама. Ой, мама, чтоб он сдох, так это ж мало. Чтоб его даже очервало, пусть придет под одеяло. Может, и прощу. Нет, так чтоб его сковала, грех собака оторвала. Мама, я совсем пропала, я его хочу, что делать, мама. Есть таких причин, которых не заставит воспитание. Вы, люди, поимейте сострадание. Или на свете кончилось мужчин, а? На свете больше нет мужчин, а за Ханвей, чтоб он так жил. Спасибо. С праздником и прекрасного концерта.